это как? Этой чертой тебя ждет смертельная опасность. Осторожней. Впереди падшие разбойницы. Очень опасные противники. Гнезда надо было забить чем-нибудь. А как мне гнезда забирать? Просто класть камни. Вы чё тут удумали? Сука, как вас тут много-то, а?
Я вот думаю, надо сальтау брать на пробел. Потому как у меня окно так переключается. Показать портреты? Интересно. Хотя стоять на месте у меня шифт должен быть. Да, а показать предметы, ну пускай будет альт. Что-то там по кнопке мыши не очень хорошо работает. Еще раз. Какие нахрен кнопки мыши? Я понял. Погодите. Ладно, у меня там профиль стоит. Сейчас не буду на это отвлекаться. Потом разберусь. С этими, чтобы место меньше занимало. Чем могу помочь? А там разве эта тетка не опознает? Только лечит, жаль. Очень жаль.
Так. Привет по-корейски. Я тут смотрел недавно, пересматривал «Задержка в развитии». Там был корейский мальчик, которого все звали Аньон. А он всем говорил привет. Да. Yeah.
Здравствуй. Акара почувствовала приближение тьмы еще до того, как Андриэль наслала свое проклятие. Она боялась, что кровавый ворон пала жертвой какой-то темной силы в катакомбах под Тристрамом. Мы уже тогда должны были что-то сделать. Не знаю, почему некоторые мои сестры решили служить Андриэль. Несколько наших лучших воительниц перешли на ее сторону. Очень нравится, как оно все устроено. Дальше можно пока бежать.
как мне из гнезд доставать?